Происшествия конец лета омрачили страшные ДТП в городе и области. В общей сложности в двух авариях погибли 4 человека. Среди них ребенок 2 лет. Двое в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Один из них также несовершеннолетний. Пятница, поздний вечер, на часах 21:05. Пересечение улиц Новоказацкая и Пучковка. Две иномарки пытались проскочить на мигающий зеленый свет светофора. Спешка ни к чему хорошему не приводит. 3 человека погибло, 3 человека доставлены в больницу с тяжелой степенью тяжести впоследствии. И один из которых был несовершеннолетний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве. На следующий день на 498-м километре трассы М2 Москва-Крым детское кресло, к сожалению, уже не спасло. В одном из автомобилей скончался пассажир, 2-летний ребенок. Водитель данного автомобиля также пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения. Пострадавшие доставлены в Фатежскую центральную районную больницу.